44 фиксированные поездки для пенсионеров устраивают депутатов. Таким образом, бюджет может сэкономить 42 миллиона рублей. К тому же, как считают в Гордуме, не все владельцы карт за месяц проезжают даже это количество поездок. На заседание комиссии по бюджету большинством голосов депутаты рекомендовали утвердить проект нормативного акта на ближайшем заседании Думы. Приглашенных общественников и горожан такое решение не устроило. Прошу, пожалуйста, сохранять тишину в зале. Так, уважаемые общественники, я благодарю вас от лица депутатов за высказанное мнение. Вот, и мы переходим к рассмотрению вопроса номер 3. Так, итак. Вопрос номер 3. И в ближайшее время... Хотя все же были внесены поправки, депутаты предложили переносить неиспользованные поездки на следующий месяц и увеличить их количество летом. Окончательное решение будет принято 22 декабря.